Мастер-класс по игре на гитаре «Руки в краске». Коллаборация с мастером и автором фэнтези-книги. Для детей устроили ночь под нескучным названием «Синтез света». Что сегодня будет самое интересное? Хороший вопрос. Ну, наверное, вот мастер-класс по гитаре, лепка глины, ДНД-мастер-класс. Да, тут все, наверное, будет интересно. Игра, которая собрала возле себя всех подростков «Подземелье драконов». Мастер рассказывает историю, а игроки продолжают ее. В течение игры каждый участник задает действия для своего персонажа, а результаты определяются мастером в соответствии с правилами. Для сюжета выбрали книгу молодого автора Ники Светлой. Мы поиграем в игру, основанную на ее романе «35 нефтей», которая повествует о утопичном городе и людях, которые там живут. И, соответственно, не буду раскрывать все секреты, которые там будут. Герои, наши игроки, почувствуют себя революционерами, наверное, в этом мире, для того, чтобы почувствовать свободу. Это антиутопия, это про мир будущего, где люди никогда не болеют, но живут до 35 лет. И, соответственно, я рассказываю о проблемах этого общества, о пользе и о вреде, который наносит такая система. А для самых маленьких организаторы устроили мастер-класс по рисованию и лепке игрушек. Создаем мы сегодня куколок «Берегинь». Ну, скорее в стиле дымковской игрушки, но что-то такое средненькое, чтобы ребят заинтересовать, мы сделаем как подарочных таких «Берегинь» для дома. И как у ребят получается? Ну, конечно, получается. Как же? Получится со временем, все получится. Сейчас они попробуют, потренируются. Мы желаем, чтобы в нашем городе процветало вот что-то молодежное, чтобы молодежь у нас как-то проявляла свои творческие способности. И поэтому все сделано для молодежи, для ребят младшего возраста, ну и также для пенсионеров. Впервые в Улан-Удэ «Библионочь» прошла не только в модельной библиотеке, про 100, но еще в трех отдаленных микрорайонах. Было очень интересно смотреть и наблюдать за пришедшими нашими читателями, посетителями, которые активно участвовали во всех вот разных видах творческой деятельности. Но вот насчет погоды, конечно, погода немножко подвела нас, и поэтому народу не так много было. Но, тем не менее, все, кто пришли, они очень активно участвовали, и было очень отрадно наблюдать за тем интересом и то, как горели их глаза. Напомним, тематика «Библионочи» в Улан-Удэ стала традицией, ведь в России 2022 год объявлен годом культурного наследия народов. Андрей Слепнев, Валерия Каратуева, Алексей Ромашов. Новости дня.